Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Абрахам ван Диппенбек родился 9 мая 1596 года в Нидерландах. Фламандский художник и график эпохи барокко, работал также красками по стеклу. Я пользуюсь переводной Википедией. Учился рисованию своего отца. Первоначально росписи по стеклу. В 1629 году переезжает в Антверпен и занимается здесь этим ремеслом. Затем он становится учеником и позднее помощником Рубенса. Среди работ художника того времени следует отметить серию «Из жизни святого Павла» в Антверпенской доминиканской церкви. Женился в июне 1637 года на Катарине Ховик, дочери Люка Ховика, нотариуса Антверпена. У пары было 8 детей. В 1646 году художник становится гражданином Антверпена. В 1638 его принимают в гильдию Святого Луки, объединявшую художников этого города. А в 1641 он становится директором Антверпенской академии искусств. В основном был дизайнером гравюр для книг, витражей и гобеленов. Только в 1630-х годах он начал заниматься монументальной живописью. Писал мифологические и исторические сюжеты, а также портреты. Позднее совершил путешествие в Италию, после чего начинает писать картины масляными красками и заниматься графическим иллюстрированием. В годы правления в Англии короля Карла I живет и работает в этой стране и, среди прочего, пишет портрет Уильяма Кавентшипа, первого герцога Ньюкасла, и членов его семьи. По рисункам, сделанным художником, были созданы многочисленные гравюры по меди, в том числе и книжные иллюстрации. Среди его гравюр 49 из 58 рисунков выгравированы Корнелисом Блумартом и другими для Мишеля де Мароля. Мишель де Мароль – французский священнослужитель и переводчик, известный своей коллекцией гравюр старых мастеров. В последней половине своей жизни художник занимался почти исключительно дизайном книг и гобеленом. Умер в Антверпене 31 декабря 1675 года, в возрасте 79 лет. Ну вот так вкратце о фламандском художнике и графике эпохи барокко, который работал также красками по стеклу, Абрахам ван Диппенбек. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Thank you.